Это трамвай 71931 «Витязь», разработанный в 2014 году. Трамвай выглядит современно, двигатель у него относительно тихий. Низкий пол позволяет без особых проблем заходить и выходить даже людям с колясками и велосипедами. Места для них внутри предусмотрены. Также в салоне есть USB-зарядки для переносных электронных устройств. Кабина водителя выглядит весьма футуристично. А еще в салоне трамвая есть светодиодная RGB-подсветка. Из минусов его цена – 95 миллионов рублей. 95 миллионов рублей! Далеко не каждый город России может позволить себе потратить такие деньги на один трамвай. Поэтому ждать появления «Витязей» в других городах, кроме Москвы, Петербурга и Краснодара, пока не стоит. Но и не факт, что он пригодится с такой-то вместимостью.